что у него есть два простых случая. А именно, так называемое первое дополнение к квадратичному закону взаимности и второе дополнение к квадратичному закону взаимности. Ну, разумеется, когда там есть первое дополнение и второе, там есть и, собственно, сам квадратический закон взаимности. Да? Так вот, это следующий формул. Минус 1 по p это минус 1 в степени p минус 1 по 1. Так, я здесь, естественно, считаю, что p не равно двойке, потому что иначе минус 1 и 1 это одно и то же, и вообще все неинтересно. Так вот, это 1. Если число p дает остаток 1 при делении на 4, и минус 1, если число p дает остаток 3. На 4. Давайте разбираться. Во-первых, почему это так сказать? Если у вас есть число p, то оно либо имеет вид 4k плюс 1, либо оно имеет вид 4k плюс 3. Да? Вот p. Ну, что такое в таком случае p минус 1 пополам? P минус 1 пополам это в этом случае 2k, а в этом случае 2k плюс 1. Ну и, соответственно, минус 1 степень p минус 1 пополам будет или единицей, если 2k, или минус единицей, если... То есть, первое дополнение к квадратическому закону взаимности, это просто очевидная штука, которая сразу вот, получается подстановкой минус единицы в формулу.